Во, еще ворон. Прям нихуя, прям воронки посыпались. Вот еще одна воронка. Да в оке-то часто падают воронки. Че ты знак забери с робота тоже. Вот я прыгаю. Сейчас на отрыж еще две выходят. В общей сложности 3, то есть. Отказаться от лута, попробуй нажать, скорее всего, не будет выскакивать. Расположение просто передвинь. Да все, я обшарил, нет там больше нихуя. Все, 3 воронки пока только упало. Да. Назад оттягиваемся. Мобы идут. Мобы идут, патруль осторожнее, саверите. Сейчас они идут. Там еще один патруль сзади, смотрите. Там у них, если что, все 3 можно провокатора записать. Не, у меня только 2. Еще ваша. Да-да-да, правильно смотришь здесь. Это я ее и шарнул. Сало стрик. Блин, вы так реагируете на воронку, нахуй. Я аж сам удивляюсь, ебать. Это радость. Да нахуй куда идти? Вот этот ловите сюда патруль. Сейчас Геру дам, а тот пусть пиздошит. Потом заберу. Ловите Казочку, помогу, пожалуйста. Все, тяни, вот прям в рейд ее. Проститутку эту. Бейте, бейте. Кабеладон. Я тебе там щу. А Никитоса кто увидит, Майк? Не, блин, чё, Бесалов с Легиона какого-то достали? Походу. Ну, просто похоже. Ну, выглядит красиво. Ты что-то слишком большой для ПП. Его уменьшить в разу. Легионовский. На как беса бы сделать всех петов, было бы самоцелом. Не, ну как бесов это слишком, типа, какой голем, блядь. Какая разница, модель король ж не играет, он ж не перекрывает путь. Смысл, какая разница, большой, но и маленький. Ну, Лука станет мне. Польза от того, что он большой есть. Да. Лок это класс с комплексом к нему. Точнее, демон. Хочу какой-нибудь печатью ударить по МК. Чё, патруль? МК вряд ли активирует. Чё, ждём? Луна не рядом. Чё, палец?
Нет, кого МК возьмут потом. Дойдите, дойдите, еще вон тот боковой сагрите, ну потом. Уйдите, идите сюда. Сейчас на тотем сагрится. Бейте, бейте, гасите, рассагрится. Сука, ударь что? Мал был под Герой. Кстати, этот Слав. Есть смысл АДК спек делать ДДшника? В Т5? Ты... я не знаю, как класс вообще. Специфичный такой. Вроде в Т5 нормально. Бесполезный, да, наверное? Ну, 2Т5, 2Т4, типа, первое. В гаргу, там, тролля взять и там сокет ставить. Я имею в виду не набор, который мне одевать на него, а нужность класса в рейде. Ну, повышает урон от заклинания, там, вроде. Тема вообще интересная такая, но на нем играть такое себе удовольствие. Есть босса, где он. У вас там нет пула? Нет, подожди. Скажите, сколько по времени действует мастер ауры? 6 секунд. Мастер ауры. Массакра 9. 100% повышает. 260 будет. Он типа не спасет, он типа на Джане этот нифига толком не режет урон. Что типа с ним, что без него? Да, на Джане он нормально помогает. Кто в танках?
Наверное, Кават. Ну, Кават, да вот. Лёхич, ты же тут. Чё молчишь? Гости просто. А, не ушли еще? Я просто думал, ушли. Да, ладно. Так, найти рыбу, кушайте. Да, Кават и Войт пусть остаются. Сейчас сидят гости, а ты за компанией. Ну как гости, я тут консультирую человека. Мы в 4 хила справимся. Панзера тоже в ретрике. Присумуньте его сначала. Сумуньте Беладона. Так, это чек на присутствие, перерыв 5 минут сделаю, мне надо отойти срочно, заодно покурить. Нате вам, сейчас я прям объявлю. Все, идите курить. Короче, Лёх, надо качать этот крик за медло, но и не жертвовать протоветкой. То есть у тебя как таковое танкование не нужно будет, надо будет просто давать ШВ, потому что оно у тебя на... Минута 45, когда? Ну, оно действует 13 секунд. Я вот из этого расчета. То есть он, по сути, самая долгая прожимка на сейф. И мастер-аур надо 3, а хорошо бы 4 штуки его делать. Фанзара возле ауди ставлю. Ты еще скажи про товар, ДК-шка 4Т4. ДЦ приз 4Т5, еще ну, один ДК. Смотри, массакра наш передает тебе урон. Массакра на 5 человек действует, по-моему, на группу. Ну, смотри, у паладина есть божественный страж, правильно? А он сколько там? 30 что ли процентов. Короче, фишка в том, нужна... есть баф, который передает урон. А есть, если вкачиваешь вот эти два таланта, улучшенный страж, он на 20% снижает дамаг на 6 секунд. Если ты на себя весь снимаешь, рейд? Да, на весь рейд. Если ты себя видишь, снимаешь... это 6 секунд. 6, а да. Мне надо, чтобы оно действовало как минимум 11-12. Ну, вара 12. Вот. У него ИКД минута 45. Но подожди, на 6 секунд это, по-моему, если на 1 вкачано, а так больше, по-моему. Нет. Ну, посмотри у паладина вон. Просто есть вариант разбиться на 3 кемпа, но это будет сложнее. А есть вариант разбиться на 2 кемпа. Ну, тогда надо прожимки толково отдавать, чтобы их хватало на оба. Типа, чтобы хватало и на первую пятерку, и на вторую. Ты хочешь хлопать 5 элементалей, да? Да, 5 элементалей разом. А дамаг настолько... Ну, я видел ваншотово с одного там, или как? Как там было? Нет, с одного не ваншотает, с трех даже не ваншотает. С трех даже мало. 5, оно будет больно, но 5 с прожимками будет, мне кажется, вполне живуче. Ну это на саппорт по-любому, да, босс? Да. Получается, у вара 30% КД, 30% снижения дамага до 12 секунд. Это приличная такая фигня. Но КД минута 45. Между призывом элементалей сколько времени? Наверное, меньше, да? Фишка в том, что для активации ДК-шного 4Т4 нужно стакать руник, который висит там 30 секунд после удара рунического. 5 стаков на стаке. И там будет всего лишь 15%. Просто ДК-шки надо именно бить босса, грубо говоря. Да, да. А вар может просто так, правда? Да, да. И, ну, как бы, появление, вот, я не знаю, мне надо дома по видосу посмотреть, сколько занимает появление от вторых, как бы, от второй пачки, да? Ну, вот. Когда это... дамаг происходит, когда экран вот эта фигня какой-то затягивает, да? Нет, когда адов сливают, дамаг проходит. Когда мобы идут, они же к боссу идут, правильно?
Просто пока что я не вижу более долгого и простого мат-сейва, кроме как у Вара 4 тычки. Так, ладно, это все понятно. Перерыв закончился, старый тут, давайте. Живой. Знал, что Вар пригодится. И у меня лицо такое, как у меня на аватарке в Дискорде. Отдачи, Женек, Леха. Отдачи, Леха. Отдачи, Леха. Отдачи вырубил звук. Не вырублен, а замучен был. Я готов, можешь пулять. Сейчас он не слышит. Все, на позиции. Так, два вара у нас, блять, сам бог велел косты бить, маг он есть, и два элема. Даю отчет. Отдача, выбежал с рейда. Чё ты лежишь? Здесь остались? Это просто... Собью. И зачем двух-то привели? Ну вы что делаете-то? Ауди, отойди, оттяни нахуй одного. Все уже тяну. Ну все, все, вижу уже. Япончик, выйди. Собью каст. Вон второй, блядь, кастит нахуй. Не агрите, пожалуйста, больше так. Потому что в то время, когда нужно бить жреца, они бьют, блять, босса. Отдача, вышел с рейна. Ушли, ушли туда, на дальний. Не надо двух жрецов, еще раз говорю. Смотрите, кого бьете и агрите. Контрольте больше. К вам бежит. Собьем. Женуэн, Локи, БРН. ДЦ, выйди с... Собьем. И бафы по Локи дайте. Там Пухан есть еще, там маги есть, маг есть, есть два элема. Следите за костами. Женуэн, выйди. Здесь же остаемся, в левее сместились, тяните сюда его. Красиво. Угу. У вас.
Панзера, выйди. Собьюсь я. Жена. Правее уйдите, вот правее, правее, правее. И даже не задумывайтесь, сначала этого жреца ебашите, только потом босса. Чем быстрее наебнете, тем меньше костов ему сбивать. Я прошибил. Пока тут япончика подними. Он не может. Смотрите, жрец в рейде. Косите его. Другой какой-нибудь. Лохи, выйди. Лёх, если есть БРБ, мне япончика, пожалуйста. А чё, пожалуйста? Уже, наверное, реально. Правее идите просто. Вот сюда, сюда идите, правее вот. Куда побежали? Ну, а там меня поставит. У меня что-то мана под, начинает подзаканчиваться. Подсобил бы тут. Опять два жреца в рейде. Контрольте, выведите одного, постарайтесь, законтрольте. Здорово, ребят, только интернет, блять, включился. Все, тихо, не ходи. Рога, выйди. Сливать второго тоже лучше. Нихуя. Потеря времени, да. Проще по боссу бить, чем по жрецу. Его потом можно. На дальний перебегите. Далеко старый себе. Дотяните вы его сюда, идите уже в кучу, раз уже жрец перебежал. Пули уже тянуть-то. КД он там встанет дома. Чё с танками? КД на притяжку он был встанет. Себе позрить. Собью пост. Идите вон к Никитосу. Не беги, не беги. Нормально все. Не сагрите двух жрецов, пожалуйста. Уйди оттуда, Елим, блядь. Женя. Кучнее все стало. Второй Елим. Блядь, осталось 10%. Сейчас будете хуйни страдать. К вам бежим. Жреца сливайте.
Это время. Старый, убеги! Беги! Бежал. Никитос, прости, друг. Спасибо. Скажи. Ухан. Че, успеем перевести? Легче подымить. О, штаны. Круто. Две из трех шмотки. Приятно. Сука, пиздец. Отключили интернет, не написать. Ничего, ни к такому не подключается. Ни к такому. Женек, тебе эти наручи нужны? Да. Да, у меня уже 271 энх. Ёбаный в рот. Ты в энхе будто бегать. Да не давай ему, он на успех он тоже ролит. Не дал. Вообще-то, когда-нибудь буду, чё? Ну, типа, это не офспек. В смысле? Я уже объяснял, что такое. Для Женька это офспек, а для тебя это не офспек. Не офспек, это хил. Энх. Это вот офспек, в котором он никогда в жизни не спекнется в рейда. Да ну нахуй, блядь, можно спек. Так, ты не так парируешь, надо говорить, кто чаще спекает. Дайте то, что чаще спекается. Готовы? А, при сумоньке или... Пожалуйста. Понты потерпеть ДРСХМ всего, там лучше завтра. Ну а дай Женёк к этому. Если ему очень надо, чё ты? Не, мне не очень надо, просто... За КП? Так он танк у него основа. Рофл, наверное, Денчик вверх побежал.
пошли вниз. Заберите больше. РДД маловато, да, у нас? Наверное. Лёх, ты тут? Чё маловато? 10 РДД мало? В принципе, нормально. Да я бы поменял фанзеру на себя ещё, например. Там, вам, там не обязательно. Першам, чтобы. Следующий вихрь, осторожно. Что с этим поставить? Здесь. Кстати, Dragon Satel на V-форме написано что-то за печать? Манускрипт. Да я не знаю, Безурон игнорит тему с вообще с реликами. Стрелдыка какая четкая, проковая, 200. Вороночка. А не то, что четкая, она просто гуит. А что сейчас все на реликвии ролят уж воронки, да? Ну, инспект можно ролить. Наверное, они... Три воронки, имеешь право. С таким пэром, наверное, уже не забрать воронки на метасокет, да? Хотя же есть уже рейд. А на метасокет, ну, шансы есть. А то у меня башка лежит без дела. Камни есть на сокет и выучен рецепт. Выучен рецепт, это вообще... Маршал, заберите. Вот. А. Маршал, забери. Выученный рецепт от такого-то. Ну, типа, у меня башка без камней в банке лежит, следи. Надо сменить. Копи привор, рой. Там много воронок, может, и есть сегодня сейчас. Этот там по привору внизу. Не знаю, просто на том месте уже поменял шапку хотя бы с бичевым соке. Типа на один хуй лучше. На несколько процентов больше всего будет. А чё, хилы есть вообще, нет? А почему мне два жертвенности? Пробивалось сегодня.
На, братишка, видал, я тебя сразу захилил, как ты встал. Вот сразу. Ты орешь, блядь, хилы есть, да? Так я минут секунд 5-6 стоял без хила просто, ну ох. Мы проверили, насколько ты устойчив. Как бы не вжал. Просто обратную связь проверь. Не завязывайте. Только в гель. Да там же скрин скидывал с маунта. Так маунта купить-то можно. Феникса, по-моему. Когда ты качаешься, и только возможность появляется полетку купить по полю. Там феникс. Сразу 310 хп, скорость полет. Какой что-то за 69 бонусов вроде бы. А-а-а. Это возможность только для новых персов. Захожу. А когда все маунты начинают быстрее летать, когда ты лутаешь коня. С... Да. Либо с Аниксио. Когда сроливаешь 5 воронок, я даю старику, у тебя вообще ебашит сразу пер. Не, Никси 310. Никси дает. А, ну да, Никси и непобедимый. Он разве дает? Да, она 310, она всегда была 310. Не, непобедимый не только на себя работает. А причем суть не в том, если у тебя есть даже 310 маунт, он не будет у тебя работать. Это Никси или не... Ладно, все тихо. Лёхич, давай. Распределяй туда, гаси. Чтоб тебя не слушать. В общем, мне Ковац сказал то, что он хочет подымать. Да, да. Говорит, глаза уже уплывают из орбит за то, что я так хуёво дымаю. Он хочет показать место такое. Вот как будет у меня шеем, тогда поговорим. Ну давай, давай, драгон в этого, в ДД. Да, он... Да, да. Я, по-моему, несколько танков. Да. А у вас сколько, бля? А, ну да, в другой ги ходит и просто хуй знает. А эти лап. А у вас 1200 и сразу дают 3 воронки. У нас на воронки не дают. А, и воронки не дают. У нас с тремя воронками 800 получается. Какая разница? Ну пейте сопротик. Кому надо. Мы же вам ЕП давали намного больше. Хуй его знает. Вы что, вчетвером хилите, старик? Ну, весь инф... Весь синс четырех хилили, сейчас ты пятый будешь. Сейчас. Ну да, а чё? Уже сколько времени прошло, а ты меня в пятую не кинул. А чё, это плохо что ли? Мы весь инс затащили, ёптель, блядь. Там хилить не о чём.
Давай, тут хит спекай. Блять. Прикольно. Нихуя. На место поставил. С Новым годом. Ты так же радуешься, как меня, когда про товары просят спекаться. Можно Полину попросить. Что там радость за счет воронок говорил? Если будет вайп, то попросим Полину. Зайдет на друиде, на твине. Старый, кто будет тащить на хил? Все, братишка, я в сторону. Манзера вообще бог. Блядь, как мне соскочить, так хуй. Кто босса танчит вместе с этим? Коват и Войт. Хорошо, окей. Люхи, че ты, попизди тут на них, я подамажу, пожалуйста. Ну окей, я более-менее свободен. Все готовы? Ща, босс, погоди, не нервничай, чекай. И по... чек. Сейчас да? Пойду. Все готовы? Все. Кто дохнет до конца третьей фазы, начисляют. Ты щеночка, охуенно. Так что аккуратно. Так, кто там впереди меня? Так, надо убить-то. Пухан, извини, если ты будешь бежать, я подножку тебе поставлю, я нечаянно. СС может развлечь. Откатится. Вообще хуеплёт оживает. На хилов желательно. Ауди, на тебе. Старик. Ой, это же я. Ты можешь не уходить. В смысле, меня кто-то еще плюнул в меня? Ведите подальше. Гладиатор. Все, тут и ложи. Заворачивай в другую сторону. Гладиатор опять. Это неправильно ты его положил. Охуйся. Но перед мощью кровавого молота не устоит никто. Узрите лорда Сангвинара. Кровь за кровь! Да не выводи! Не забываем про контроль на третьем. Вот тут, вот тут, на лестнице, иначе, блядь, потом с тем чубриком будет. Самое главное на третьей фазе это контроль. Главное, чтобы на контроле никто не дох. Ну, разум по анонсу там, ауе, чтоб стопали. Рейндж. Бомбе сразу не подходи. Только посчитай. Чего добиваем? Пошли назад все. Пущи на пул. Кого-то. Блин. Пущи огонь не рви. Щит вредит делать.
вопросы. Баф, дайте по шуму. Блять, мой жест. Лукс. Понимаете, пухи про. Назад отойдите, хули палади. Бывает до хи. И рейндж наберите. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советами сразу. Сука. Да не бегу я туда, я по центру. Хилуйте. Радиатор себя подхил. Быстрее, быстрее. Где по бабе? Бомба. Раньше. Да бомба не. Немножко да, это РТД разойди, получила на вычество. Бомба 5 секунд. Меня просит. Бомба 5 секунд. Минара победи. Милики инженера бейте, но только отбивайте. Наоборот, подведи к инженеру. А, уешь. Что фиреет танк? Бомба мили. Инженер ложится. Все инженеры играют. Очень важно. Раз, можно спал ухан. Смотрите за ловушку. Че, мне таунтить перед контролем? Кого-то еще возьмут контроль бабл сразу. Уже. Контроль пусть и снимаем.
троллем. Драгон. Вот он снял. Отлично. Где-то. Кто-то еще в контроле. Удачи, удачи, контроль. Играем пока по килтас. Театр контроль. Все по Феникс. Все по Феникс. Медик, я отходи. И все. Все по боссу. Босс по боссу. Вышел, РБД вышли. Сова. Контроль. Трон. Феникс идет. Драгонс контроль. Корник. Лыба. Драгонцы, видите? Сейчас по этому Феникс. Феникс играемся. Все. Все, переключаемся в таз. Феникс, середина. Как петух, сука. Контроль. Контроль. Здравствуй, брат. Капа босс. Жена на контроль. Выбор, выбор, выбор. Босса бьем. Переводить надо. Там лужа. По мелике. Можешь 7 начитать по 1000. Блять, он меня так лагнул, что пиздец. Я запомнил. Блять, а можно начислить так же вот этим ебаным демонам, у которых от голема все закрывает? Немного. Вот это, кстати. Вообще не видно из-за големов этих луж маленьких, блин. Я ж почему-то увидел. Че, мы будем убивать дальше? Да, пьем дальше, че. А, ну все. Ну, у меня еще БР есть. Я так долго. Феникс сейчас умрет. Умер. Яйцо сливайте всех, кто есть. Яйцо. Не успею. Все, ложимся. Не считаю всем по 1000 медик. Не ставьте, пожалуйста, вот этих больших, реально, ну нихуя не видно. Скажите, никакой, чьи-то големы. Я все прекрасно увидел. Я не спорю, просто хочу знать, чьи-то големы, чей ник. Я же успел, блять, проносить. Это анонс уже на смерть был. Да. Локи, ну, ЧС. Я по текстуре провалился, Беладон. Че, мне заходить? Мои люди без них не могут.
Ну да, 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 заходи. Че там, кто там еще из двух измерил? Ауди. А, не, я ковать смысл просто не знаю, заходит. Как сделать, чтобы босс не запускался тысячу раз? Меня никто не остановит. Не вставать сделал. Ауди, врачка, тимбич, провокатор, дракон, женек, вервольф, Денчик рулит. Все сдохли от одной обилки. В один момент. И похуй то, что они не разбежали. Они, блядь, все стояли под боссом. Да потому что не видно нихуя, блядь. Ты Ауди, враска, тим бич, правильно ты говоришь, провокатор, драгон, женек, вервульф, Денчик и коват. И коват, вот единственный. Меня ж как-то увидел. Алёш, ну блин, понятно. Денис, ты уникальный человек, понимаешь, мы раки. Вот нет, и всё. Далека, может, видно было, а вблизи нет. Конечно, стоишь, нихуя не видно. Если бы один не выбирал... Мало того, что контроль пытаешься, еще и... Не, просто... Если бы кто-то один сдох, это еще понятно, когда типа столько человек, то явно, типа, блядь, не видно было. Вот сейчас, если големы подходят, и я не вижу, что под боссом, я босса просто не бью, стою в стороне, мне похуй. Ну, объективно, но это не совсем справедливо сейчас было. А как мне играть? Объясните, как играть. Ну, смотри, следишь за спеллами босса, что здесь как обычно. Я такое видел уже раньше. Тогда и ДПСа никого не будет за боссом будет. Ой, господи. Что вы отмазываетесь? Надо подождать. Все там прекрасно. Пока появится. Сука, админы уёбки не могут ее яркой какой-то сделать, сука, побольше, блядь. Она яркая, и причем у нее анимация большая. Ну, блин, не знаю, у меня лично големы выше этой анимации стоят. Не знаю, как какого хуя они сделали таких огромных големов, у меня до сих пор будет. Ну все, создавай тему, чтобы уменьшили големов в 5 раз, тогда нормально будет все. Мне тоже не нравится, что большие големы. Почему их так много? Чё тебе там отдачи нахуй пробухать, а? Пес. Да не ругайтесь. Если вы играете миликом, вы должны постоянно смотреть за лужами, блядь. Лёш, это все понятно, что это должно, блядь, это да должно. Мы стоим за ними, смотрим. Просто вот, ну, понятно, бывает, вот просто прослакал ты, ну, пиздец, реально вот косячно. Но сейчас, блин. 8 человек, и что, и все забили, что ли? Не видно ее нихуя, эту лужу, блин. Там таймер лужи идет даже. Лужи идут по определенному количеству времени. Но ты не забывай, что некоторые бывают под какой-то херней. У меня была вот сейчас... Я не знаю, как там называется, я просто вообще ничего не мог двигаться. Типа дезориентации. Не могла она на себя быть. Ну, у меня вот так он ходил. Плюс я еще стоял, этот ветра кидал. Ну, и голем этот с босса ростом, и не один. Там дезориентация была перед лужей. Задолго. Бля, ну обижаться на спейлы других игроков, конечно, это такое. Ну, блять, постой, побей. Причем здесь обижаться? Блядь, если ты умный человек, то ты увидишь все то, что тебе нужно. Беладон, скажи честно, ты увидел лужу? Ну, нет. Я на нее просто не смотрю. Всё тогда? Я ее и не смотрю. Я смотрю только под собой. Я не в мини не стою, понимаешь? Я стою в РТД зоне, я все вижу. А че, ты Денчику тоже на чистые? Че ему не начислили? Он что, особенный у нас? А что Денчик вообще под боссом делал, мне интересно. Ему дополнительно, он как хил, говорит, вопрос, он что-то... Холик тоже ёбнулся там? Да, ты же говорил. Надругал, ебать, от души тебе. Сука. Да уж. Прозреете, будете видеть лужан. Знаешь, иногда понадеешься, ну, типа, что... Все, блядь, сориентируются, нормально все. Блядь, даже, блядь, проанонсил там за 2 секунды уже, за блядь. Полсекунды. Ну, анонса не было. Вот я не знаю, как у других, по крайней мере, ну, у меня очень тихо, ты говоришь.
но у меня стоит, у меня стоит на максимуме колонки. Дайте Джефсон. Анонс был на смерти. Да. Вы сейчас умрете. Был, когда уже анонс, и сразу все сдохли. Блять, ничего не было. Он не должен лужи анонсить, каждый должен сам видеть лужи. Блять, да, если ты стоишь спиной туда, у тебя камера не отдаляется, ты не видишь деревья, да ты видишь, блять, что нету лужи, блять, из этих ебучих голем. Ребята, давайте потом поспорите, я уебу спать, вы Лехе докажете, он с вас ГПС.